Катюш, сегодня свой гороскоп читал на день. Оказывается, гороскоп мне предсказывает хорошие новости. Целый день буду ждать новостей. Тебе не придется ждать целый день, потому что у нас по программе прямо сейчас в эфире Дарья Смирнова и ее рубрика «Хорошие новости». Смотрим. Всем самого доброго утра! Американскими учеными был разработан абсолютно бесшумный мотоцикл под названием Sailing Half. Он оснащен гибридным двигателем и развивает максимальную скорость до 88 км в час. Ну а мы примерно с такой же скоростью отправляемся искать самые хорошие новости в Ярославле. И первой точкой будет улица Павлова. Здесь, около Атланта, открылся каток для детей и взрослых. А самое главное, что он абсолютно бесплатный. Открытие трех ледовых кортов в этом районе становится доброй традицией. Два корта организованы во дворах на улицах Павлова и Менделеева, и третий, самый большой, здесь, у Атланта. Каток оснащен настоящим качественным ледовым покрытием и будет работать до самой весны. Все жители Ярославля смогут воспользоваться им с 12 дня до позднего вечера. Ну а мы отправляемся искать самые хорошие новости дальше, а именно к музею боевой славы. Здесь совсем недавно был установлен камень, на месте которого будет возведен памятник герою Советского Союза Василию Маргелову. Торжественное открытие состоится 23 января. Именно в этот день пройдет всероссийская акция «Вахта героев Отечества», приуроченная к 70-летию Великой Победы. Сам памятник планируют открыть 2 августа, в день 85-летия воздушно-десантных войск. Ну а своими хорошими новостями вы можете делиться по телефону редакции 744-614. Это были самые хорошие новости. Увидимся!